Это кадры оперативного видео. Рязанские следователи начали проверку по факту взрыва на теплоприборе. Напомним, что в одном из производственных цехов при сварочных работах взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали двое человек. Их с ожогами доставили в больницу. По предварительным данным, взрыв произошел около 10 часов 15 июня при производстве сварочных работ. В ходе проведения доследственной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Если выяснится нарушение при производстве сварочных работ, то будет возбуждено уголовное дело.